Всем привет! Снова бабуля, только правда она куда-то ушла. Бабуля с дедулей, чем они там занимаются? Сегодня будет не приват, сегодня будет изи, да, изичность. Но я сегодня хочу без бабули, я только хочу с дедулей, да, с грандпай. Потому что... Ну, типа, понять, что это такое. Ну и плюс я сегодня вот в режиме жареного хлебушка. Жара такая, я не могу вообще ничего. Я не соображаю. Я проиграю. А тут, наверное, не проиграю. Про него говорили, что он, типа, глухой, но очень зрячий. Очень зрячий. Может, еще вибрации слышит. Так что, Грампа? Че это? А, это, значит, похищать буду, да? Или нет? А, да, бабулька похитит нас, точно. Мы это уже смотрели, нас уже похищали. Сегодня бабуля за хлебом ушла, а дедуля дома. Надо просто разобраться, у дедули какие-то ключи есть. Их можно стырить, говорили, писали. Вот, я как бы хочу понять. Ну и плюс. Не хочу напрягаться сильно. Хочу просто разобраться. И хочу сбежать с помощью вертолета. С помощью лодки я понял, как сбегать. Типа, всегда открыто. Просто вот так вот, да? Ну и дедуля интересен на самом деле. Вот это зачем штука была создана, я так и не понял. Так, это сразу к лодке, да, мы бежим. Надо дождаться, чтобы дедуля пошел валяться и скрыть у него ключи. А, тут типа намекало что-то, что есть что-то в воде. А что, нет ничего вообще? Даже положили бы хоть что-нибудь. Дедуля что вообще делает по жизни? Живет? Нахер? Опа, это что такое? А, door lock, ну это типа закрывашка на дверь, можно закрыть с помощью нее и какое-то время находиться. Я понял, да. Но тут написано, да, что типа, я просто не понимаю, что значит закрыть, как бы. Чисто теоретически я все понимал, перевел, но в голове у меня не укладывалось, что значит закрывашка для двери. Для какой двери? Я тут только вроде как открываю двери. Надо громче... Что это? Почему так? Там типа дедуля ходит? Чё? А, это ключ от этого получается, от лодки. Чё так тихо-то? Вообще тихо, да? Ну прям вот... Как-то мега тихо. А ну так лучше. Так, я хоть это слышу. Так нагнетает, конечно. Дедуля, говорят, вообще не видит ни хера. А может, не слышит? Наверное, не слышит ни хрена. Почему не видит-то? Не слышит, да, ни хрена. Он камеры палит. Я понял. Он там сидит и камеры палит, да, в этой будке своей. Вон оно как. А где камера? Просто только что подсвечивалась, типа камерой палили. А где она? А, или он меняет, да, типа места, где он палит? Сейчас тут не палит. Сейчас палит где-то в другом месте. Вот тут теперь палил, да, теперь не палит. Вот этой камерой, да? Как узнать, что он спать пошел? Хера, тут их просто двое. Охренеть. Чего? А, это этот пожрать звонит. Братец. Мне показалось, что это больше на сестренку похоже. Палит. Уже меня не палит, да, в этом углу, я надеюсь? Оп, и можно, да, действовать. Ага. Ага, ага. Так, мы это знаем, для чего можем. А, ну он... Чем я закрываю?
он же глухой, да? Это, а, ничего. Куда-то где-то он идет. Ты что, уронил, да? Это он пошел покормить. Я же слышу, двери открываются. А с той стороны открыть. Через кухню пройти, типа. По-другому никак. Вот здесь он жестко слепой. Тогда зачем он камеры палит, если он слепой? А, он глухой. Он не слепой. Все, туплю. Как от не пошел? Только что слышал, где-то открылась дверь. Там кто-то ходит. Кусочек фотка, я вижу, да. Но мне чё как? Я даже не знаю, куда их клеить, кстати. Такие не... А, не, вспомнил. Как не знаю-то? Знаю, там дверь открывается. К вертолету, ну. Надеюсь, ты пописить не пойдешь. Ага. Я слышу, он где-то ходит. Но где? Не здесь. Ну тут мы воду сразу сольем, да? Этот же ключ больше пираться нам не нужен? Не припомню такого, чтоб нужен был. А бабка бы сразу услышала, да, и прибежала бы сюда. И куда мне тут спрятаться пришлось бы? Козы вообще, я ж не могу. Мне нужно уже иметь, да, что-то, чтобы прятаться? Или тут можно вот тут спрятаться? Возможно. Так, не пикаешь? Вообще-то лежит, да? А, там вот та штука, которая... Руль от... Ага. Где он? Дрампа. Ты где? Непонятно, где, откуда звук идет. Сверху, снизу, блин. Справа, слева. Ну, очень громко. И все. Камера не работает. Но он глухой. Вот эта штука, да, глаз фус. Я так и не понял тоже, что это за штука. Будем все в этой комнате кидать. Че? Дура, что ли? Может, он спать пошел? Да, я знаю, что ты видишь меня. Надеюсь, ты жестко медленный. Он с топором, да? Он там песню поет, что ли? Нет, нихера, жестко. Что такое? А, картинка. Пока кинем ее, да, она тут нужна будет. Что это такое? А еще одна тут же прям рядышком лежит, нихера себе. Я знаю, где третья, ну круто. Так, опачки, 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 Гранпа, Комсушир. Так, не кушкой только, а шо там? Комсушир? Что за Комсушир? Ну вот такой вот Комсушир, ну. К чему часы поспать? Так, изолента есть, не знаю для чего, так и не помню, для чего понадобилось бы. Ага.
Это я знаю для чего. Это, ну, это мне не нужно. Я хочу-то сбежать вертолетом, собственно. Мне нужен ключ. А ты чё? Ага. Ага. 2 минуты. Ну, понятно, арбалетик, ну. Валяйся тут. А мы пока пойдем это, братика. Да? А приходуем. Братишка. А, фу. Да прости, конечно, а что поделать, ну? А, тут так он и лежит. Ага. Че это такое? Я такое не помню. Гранаты! А такое ты вообще не помнишь, ни хрена себе. Тут такое было тогда? Да навряд ли. Я увидел такой ящик-то с гранатами, ни хера себе. Так. Ну, с пистиком расставаться как-то боязно, конечно. Но ломик нужно забрать. То есть я мог гранатами этого говнюка отхерачить, да? В принципе, да. Чё бы нет, но... Так, один ящик наверху. О, кстати. Ой. Сразу тоже, да? Мы не открыли. Тогда тут пока валяйся. Ага. Ну вот эта штука классная, сразу же, да, дали, молодцы какие, а. Редко, когда проходишь, ну, уже на по-жесткому, такого никогда не происходит. Сколько бы раз я этого не делал, ни разу. Так, изолента тут еще есть. И мясо, ну мясо-то, наверное, для этого чувачка. Дедуля, ты где? Какие-то ключи можно стырить, говорят. Так, тут что-нибудь есть вообще? Ага, вижу, да, полезная штука. Тут есть полезная штука. Опять же, нет. Это электричество выключать. Нахер мне электричество выключать? Это ихняя комната. Я могу спрятаться. Я понял. Опа. Это опять не, для меня не полезная штука. Типа, если он сейчас придет спать, я такой сижу. А если он не любит спать с бабкой, если он спит в той комнате? Давайте я посижу, подожду. Он придет спать, и я это... Открою дверь сначала, короче. Ага. И гляну, что тут. А, нихера себе. Ничего. Так, вот это тоже можно. Не! А, тут... Опа! Ну, я не буду... Я буду сбегать вертолетом. Решено, как бы. Тут все я нашел. Я кучу всего нашел, но все полезное для... Я хочу гранату кинуть в деда. Где? Где-то он сверху. Ходил. Уж он пошел спать. Дед, ты пошел спать? Ну, дед, как я понял, не такой опасный. Он же не слышит ни хера. Он только видит. И бабку зовет, если видит меня. Ну, и в камеру, наверное, пялит, да? Да он же палил. Там помигает. Так, это ручка от двери. Ты придешь спать? Я просто хочу это... Украсть тебя что-то там. Ну не хочу в шкафу 3 часа сидеть. Мне проще тебя стрельнуть. Ага. Ну и чё? Я вообще знаю, да? А, он на камере пялит, все, понял. Камера там есть, да? Вот
в этой комнате. Ну, мы пока, короче, сходим за монтировкой. Нам на втором этаже она нужна. Да. Ага. Где он пялит сейчас? Тут же нет камеры? Тут нету камеры. Это подвох кей. Ну я не... Насколько мне он нужен, да? Ой, ты чё, блин? Это камера, да. Так, я хочу, чтобы он пошел спать. Мне нужно вот этот момент по-любому выучить. То есть он идет спать, я его обкрадываю, я довольный, он спит. Тоже, в принципе, довольный, чего нет. Но он пока сидит у себя в этом. Это, у него этот ключ должен быть, как я понимаю, да? По помещению. Он пялит, да. Тыми глазёшками, но нихера не слышит, зато видит своими глазёшками. А тебя не смущает, что там гломик валяется? Тут же можно вот так вот спрятаться, да, если что? Ага. Я буду ждать, короче. Ждем. Дед. Иди спать. О. Пишите что-нибудь. Он ходил, он все еще где-то ходит. Мне кажется, он пошел вниз. Меня что-нибудь проведать, да? Или спать? Но если я пошел спать, то не сюда. И не сюда, да? Ты хер поймешь этого деда, блин. Вот он, кстати. Нихера нет. А там были что-нибудь в шкафу? Ничего не вижу. Ничего не мигает. Это... А если электричество перережу... А, нет, камеры будут работать точно. Мы же это уже в прошлый раз узнали. Определили. Можно стоять здесь, да, палить вот так вот. Угу. А, у нас, кстати, способ сбегать, да, там нашумел, короче. Они прибежали, ты оп-оп-оп-оп, и убежал от них. Или вот тут нашумел, они сюда прибежали, ты оп-оп-оп. Типа аккуратненько обошел, дверь закрыл на... Че, ты зачем пропала? Куда-то идет. Снизу ходит, что ли? Где-то. Я-то думал, он сейчас плохо слышно, непонятно. Решетка пропала, да? Полтергейст. Живет в этом доме, но... И шкаф тут этот есть. Интересно. Надо будет потом еще локером попользоваться на этом деде как-то, да? Дед, блин, иди спать. Я понимаю, что у меня там еще ящик есть. Идет куда-то. Да может, да, снизу опять шастает вообще мразь такая старая. О, идет.
Вот это у него кирка, это куль... Как это? Киль... Кулька? Не знаю, как это, короче, палка. Пусть будет палкой, но это кулька. Да ты гонишь, дед! Ну, вообще не очень, короче. Дед тут реально мразь такая старая, а? Ой, дед, дед. Как его выманить можно? Вентиль мне нравится больше всего. Радиовый, может? А, он же глухой. Какой радио его можно выманить, если он глухой, да? Ну, короче, понятно все. Надо брать ломик и валить на первый этаж. Может, там ключ от этого места есть. Навряд ли, мне кажется, это у деда все. Тоже камера, да? Какая камера работает, блин? Вон та, да? Ага. Понял, какая. Вон она, ну. На потолок-то пялишься, дура. Ага. Это дед вышел, да? Ага. Ну-ка посмотрим. Куда попер дед? Вон он. Опять туда же пошел. А ты когда спать-то идешь, дед? Может, как-то можно за ним подкраться? Ай! Вон у него ключ вижу, да, понял. Ну, угу. Окей. На шее. Ну, наверное, за ним так просто не подкраться и не своровать. Нужно дождаться, пока он спать завалится. А как это сделать? Может, нужно что-то включить? Ну, типа, услышит это. Он это говорит о том, что я хочу спать. И пойдет спать. Типа такого. Ну просто это бы... А тут тоже камера есть, ничего себе. Так, ты тут валяешься? Да, я за монтировкой. Почему я так побежал за монтировкой? Может, он спать пошел? Ага, может, и пошел, но не дошел, да? Во, часы бьют. Что это значит? Может, спать пойдет? Спать, говорит, хочу. Ну-ка. Я сижу. Часы 12 бьют. А дед все спать так и не идет. А может, он в той комнате все-таки спит? Может, это комната бабки? Нет, смотри-ка. Дед. Не понял. Может, он спал? Я не заметил его. Да, 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 да. Не, он пришел снизу, дверь открыта просто. Интересно, он быстро бегает. А чё, где музыка? Вот это вот, когда за мной бегут. Тут ключ от лодки, да? Да. Ты ржешь. Это. А! О, ничего себе. Где царямба, конечно. Ну, походу, тебе жопа. Охренеть. Ё-моё.
Это он включил, типа. Радио слушает. А, ну да, это я помню, что... Типа сходил, радио послушал, да? Все у него хорошо, все зашибись. А ты не хочешь сходить поспать, дед? О, патроны теперь везде лежат. Дед, дедуля, дедок. Дедосик. Может, он спит там, в той комнате все-таки, да? Нет, не спит в этой комнате. Хер знает. Как определить. Ты же глухой, дед, нахер тебе радио. На тебе еще радио. А прикиньте, он спать пошел. А я его сейчас обломал, и он, короче, такой, а, ну сегодня тогда спать не буду. Вообще. Я пойду еще пристрелю, короче, да? Просто в наглую. Этого старого педика. Хера тебя унесу. А. А. Чё, а чё за ключ-то? Я думаю, это да, это он же, это же он. Ты же отсюда, да? Да блин. Да, security. То есть можно таким способом забрать ключ. Все, понял. Ну, в принципе, окей. Ну, значит, можно было и с той штукой забрать. Значит, в принципе, окей. Окей. Тут пока валяйся. А мы туда сгоняем за этой. За картинкой. Да-да-да. Вот ты-то мне и нужна. Дед-то все еще валяется или все уже? Исчез? Исчез, дед. Так, а больше нам там ничего, в общем-то, и то, что все мы находили, кроме одной штуки, которая непонятна. Нихера-то особо-то и не надо. Так, тут что есть? Нихера. Вау. Круто-то как. Нихера нету. Так. Ага. Чей? Что-то блокирует, говорит, дверь эту. КЗ, чё? Тут у нас вампирёныш этот. О! Можно выстрелить? Просто надо определить. Да, можно. А, кстати, я вспомнил, для чего нам еще нужны будут кусачки. Получено. Так, а кусачки-то где были? Я забыл. Тут, кажется, да? Вот тут и вот. Ага. Тогда залетим сразу сюда, да? Бросим тут пуху. И за кусачками быстро сбегаем. Ну тут и пушка, и, короче, и мини-пушка. Назовем им это. Арбалет 2.0. Они в самых доступных местах были. Самые первые, да, самые удобные. То есть, когда ты их уже находишь, в принципе, ну сложно, конечно, еще. Но уже не так сложно, если честно. Уже просто как бы... А дед, интересно, он это? Быстро бегает вообще? Рестлер? Рестлер. Спринтер? А вылезай давай. На тебе, кусачками в голову. А сюда дед забраться может по лесенке? Чтобы ему помешало, как говорится. Что ты там мне дашь? Ага, хеликоптер Кей, вот, да, ключ от вертолета. Ну, значит, нам сюда картинки надо. Теперь у меня есть дробаш. Дробаш, дробагаш. Дед, ты где? Я как бы хочу от тебя избавиться на 2 минуты. А потом дальше заняться делами.
Дед все обиделся, говорит, ключи у меня украли. Я теперь, говорит, бесполезен. Можно понять, да, деда-то. Обидно, наверное, ему. Это я зря так делаю-то. Где-то я слышу его. Где-то он снизу ходит. Да пойду прибью его, да? Где-то такой же... Или он меня, да? Это да! Видели, видели, из-за угла просто. Он как бы это... Не слышит, говорят, нихера. Все он слышит. Просто притворяется. Ну как он мог определить, что я там, да? Вот, ну, у него, конечно, может, реакция. Не как у деда, да? Дедов с такими реакциями не бывает. Я думаю, что спит, как бы определил бы. А ты где? Реально. Дед, а ты где? И все, тебя уже нет, а ты все еще да сопишь. Интересный ты. Ключ-то там хоть остался от хеликоптера-то, блин. А, ну да. Вон лежит. Или это не он сопит? Это кто-то за этой дверью сопит. Которая закрыта. Непонятно как. И непонятно как тебя открыть. Дед, ты где, блин? И не спит. И нихера. Надо глянуть по камерам, значит, как он меня палил, так и я должен его спалить, да? Он меня так и не спалил таким способом. Дед, походу, тоже в гости кому-то ушел, да? Реально, блин. Дед, ты где? Я вообще не рублю. Тут его нет. Да что за бред, а? Я даже не успеваю выстрелить, он нихера какой резкий. Сколько там уже дней? Я так не убегу нихера. День четвертый. Просто. Его не слышно, не видно. Он нихера издалека какого лупит. У меня дробовика нет такого рейнджа, как у тебя, блин, у курюки. Иди в жопу. Ты, кстати, быстрый? Да не, я бы не сказал. Надо прибить эту мразь старую, а? Дед. Пидота. Получай. По своим этим, по яичкам, но... Яичковый урон. Так, ну все, теперь пока 2.5 минуты, не страшно ничего делать. Ключ от хеликоптера мы знаем. Где? Ну давай, ползи.
Нам нужен мне был дробовик, чтобы что-то настрелять. Может, кстати, и не нужен был. Нихера, да, и уже четвертая ночь. Вроде изичный дед, а я на нем сосу. Ну я сосу-то потому что это... Только и умею что сосать, походу, но... Потому что быстро все пытаюсь сделать. Спешу. Так-то нельзя с дедом. Он нихера с какого расстояния херачит. Из-за угла видит. Супер расстояние херачит. Тут это спит постоянно. Бабка, наверное, спряталась, да спит. Да? Вот тут что надо сделать, мне было интересно. Типа, ага, ага, ага. Бля. Тут бесконечные патроны зато есть, когда наверх приходишь, да? Блин. Да, бесконечный, реально. Вот ты мразь. А, не, не бесконечный, ничего себе. Чуть такое. Я знаю, что сюда надо, ага. Ты здесь не сдохнешь? Вот это ловуха. А где дробоган? Он же упал вместе со мной. Это. А дробоган, ни хрена себе. Ты куда упал? О, так. Глаз мне этот нужен, короче. Вот этот вот. Опять дед сейчас прибежит. Я надеюсь, успею, как бы. А дед типа лишился, да, ключа? И, наверное, больше не ходит наверх-то. Потерялся. Да давай! Без дробика вообще ничего делать нельзя. Чему? У тебя две руки. Ну почему ты всегда такой калека, а? Это, кстати, фотка деда. Я только что понял. А. Реально, тут не бесконечное количество патронов. Я-то уже размечтался. Так, это пол. Проваливается. И где... Ага, вижу. Вот для чего он нужен был. Это что-то типа предохранителя. Теперь типа можешь идти, что ли, да? Никакой дед сюда не... А, это ветер свистит. Ну так, я также умею свистеть, хоть я и не ветер, знаете ли. Надеюсь, пол сейчас не провалится. Так я ключ просто хочу взять. От хеликоптера. Хеликоптеровый ключ. Кстати, возможно, не факт, но... А, ну да, не, невозможно. Если бы я туда стрельнул, я бы уже не смог бы достать этот, да? Сука, ну, может, она бы отлетала бы, кстати. Надо было проверить на всякий случай. Не, да-да-да. Без этой штуки туда лучше не заходить. Вертолет, все вижу. Чё? С пулеметом? Охренеть. Бабка, бабка, блин. Ты где такой взяла-то? Охренеть, бабка. Ни хрена себе. Могёшь. Эркой, ничего себе. Эвка. Чё? I can't start the copter. Чё-то не хватает, да? Чё не хватает? Понял, он тоже тут нужен. Окей, я помню, где он. Точно помню. Я бы не сказал. А, ну да. Теперь ключ, ага, вот тут будет лежать. И сразу отходит. Тут может дед быть со своей длинной крикой. Оп-оп-оп-оп. Counter-Strike, ну. Так, где был газойл-то?
Не тут он был точно. А где? Шел отсюда. Блюдок старый. И не тут точно. Где-то он вообще в самом доступном месте был. Я такой, о, удивился, что там нашел его. А где это было, я не помню. Кажется, это было тут. Нет. Не у тебя это точно было? Нет, не у тебя. И точно, кажется, не внизу. Эти ключи от этого сейфа не нашел, ну и насрать. В общем-то, мне только сбежать осталось. Реально, я забыл, где его... Да вот это память, а! Внизу, что ли, где-то я его видел? Может, около лодки сразу же, да? Но это будет жестко, если прямо он около лодки. Так, лодка не здесь. Это я был здесь. Это далеко бежать с ним. Это на деда можно нарваться спокойно. Нет, тут вообще ни хера же не было, да. Может, он тут где-то тут был? Нет, тут этот, да. Лок. Может... Нет, это... Где-то тут? Типа стоял такой? Не, ага, тут... Ага, нет, не тут. Что-то как-то это не очень, да? Может, на балконе тогда? Вот тут-то. Нет, нет. А где ты был? Тогда остается только кухня. Он же не мог в этой коробочке быть. Он мог еще быть это, на крыше где-нибудь там. Может, тут где-то? Нету, блин. Да иди ты. Так, тут изолента еще зачем-то. Кстати, может быть, понадобится. Потому что я в прошлый раз ей никак не пользовался. Что-то надо будет починить. А нет такого, чего не может починить изолента. Так, ну все. Я в шоке вообще от происходящего. Может, тут где-то? Да ты прикалываешься, игра просто, да? Да нету тут нихера. Я забыл, где я ее видел, короче. Угу. Ну хорошо. Не гордый, еще раз пробегу по кругу все. Блин, так я... Ну точно не здесь. В прошлый раз здесь было, да. Ну и сейчас-то не здесь. А. Что за бред? Детка еще все нету. Че, хата? Где ты, блин? А гакнул, короче, да? Тварь, в спину тебе. Ну, патронов тут больше, да, чем в первой части. Ты там чё?
Ага, ты оживаешь, ты не насмерть убиваешься. Вы тут все бессмертные, короче. Понятно, понятно все с вами. Так, ну тут не, нету. Вы не ори там, блин. Разорался. Ну, получил дробью в лицо, ну и что? Твое лицо, возможно, и не такое видало. Ага! Жесть просто. Ну, если что, запомнить, на первом этаже у меня валяется дробовик. Ну, я не забуду. Вот про дробовик я точно не забуду. Правда, он без патронов. Пока. Но мне кажется, ну, может, еще изолента понадобится, да, там что-нибудь. С другой стороны там прихренячить. Но у меня есть время еще. Я знаю, где изолента лежит. Блин, почему я так пошел, а? Не знаю. Эвкой, блин. Че все эвкой делается? А если не полностью зарядить, да? Ну окей. А, пробел он выкидывает. С другой стороны сразу посмотрю, нет, ничего там. А, нет, вроде ничего. Ну ладно, берем. Ключ. Садимся. И чуть не врубаюсь вообще. Чего теперь не хватает? Не, ну просто. Где тут что нажать, что сделать нужно? Ну я понимаю, для чего эта изолента нужна. А, понял, для чего нужна изолента. Все понято. Это сломано. И мы винт починим изолентой. А чё бы нет, ну? Нет ничего, то есть нет ничего такого, чего не может починить изолента, да? Винт какой-то починить. Вообще ноль, ноль проблем, блин. Два пальца обоссать. Так всегда их и чинят, если что. Да, почему я все время в эту сторону бегу? Когда тут есть это, проход прямой. Да? Ну, конечно, да, а чё? Вот, да, говорит. Вообще, говорит. Ну, сейчас-то. О! Не, управлять еще надо, не? Не бойся. Ты там из пулеметов стрелять умеешь, я уверен. Ну, думаю, что-нибудь поинтереснее там было. Нет, мы его потеряли, внучка своего. Ну, в следующий раз, да, я буду уже с бабкой, короче. Вот такой будет расклад у меня в следующий раз. Все еще, скорее всего, изи, потому что, ну, изи, потому что там еще бабку нужно будет брать в расчет. А бабка-то, она везде ходит, она там-то... Дед-то вот вообще кусок мяса бесполезного на самом деле. Ну, он, да, издалека может тебя крюкой достать. Ну и все зависит от того, когда тебе выпадет оружие. Мне в этот раз выпало все в начале, и мне просто было... Ну, я на изичах ее прошу, там гранаты были, видели? Гранаты! Жесть просто. Ну посмотрим, что с бабкой можно будет совершить. С дед он овощ на самом-то деле, да? А бабка, я думаю, нам даст прикурить. Ну это же бабка. Бабка она такая. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!